Мы проведем дозор в Геральдическом совете при президенте Республики Беларусь и узнаем, чем занимается это учреждение. Пойдем со мной! Геральдический совет при президенте Республики Беларусь – это экспертный коллегиальный совещательный орган. Его задача – содействие развитию официальной геральдики страны, проведение обязательной геральдической экспертизы медалей, официальных геральдических символов и многое-многое другое. Геральдический совет при президенте Республики Беларусь был образован указом президента 7 августа 2002 года. В состав совета входят специалисты в различных областях специальных знаний. Это историки, фалеристы, геральдисты, специалисты, которые занимаются вексиллологией, наукой о флагах. В соответствии со статьей 19 Конституции Республики Беларусь, символами Беларуси как суверенного государства являются государственный флаг, государственный герб и государственный гимн. Существует международная практика совершенствования общепринятой символики. Как изменится изображение герба, сейчас узнаем. На отдельных совещаниях эта тема обсуждалась. Мы подключили независимых экспертов к рассмотрению этого вопроса. Мы попросили наших художников, попросили Академию искусств нашей страны подключиться к этому вопросу. Специалисты еще раз посмотрели и в результате внесли предложение, что герб, эталон герба, приобрел форму правильного круга. Звезда заменена, стала плоской. Значит, изображение цветков клевера стало более объемным. Их форма приближена к натуральным, скажем, величинам. Стало более интересное изображение цветков льна, более контрастное так. Буквы расположились на равном расстоянии друг от друга. Изменения могут коснуться и изображения параллелей и меридианов. Также будут более четко прорисованы некоторые отдельные элементы. Конечно же, никто завтра или там в последующие ближайшие годы не будет менять эту вывеску. Потому что, во-первых, в законе написано «по мере использования». Во-вторых, даже если бы кто-то, например, захотел в соответствии с новым эталоном изобразить, то в одноцвете нельзя передать на этой шильде, выполненной из силумина, из металла, даже из дерева, невозможно передать в тонкостях все, скажем, элементы эталона герба. Поэтому никто не будет менять вывесок. И никакого периода переходного тоже не предусматривается. Вот такие нововведения в законодательстве о государственных символах нас ждут. А в утреннем дозоре на 360 с вами была я, Настя Рудская.